Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашия программа «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. До самого масштабного и долгожданного спортивного события этого года, которое пройдет у нас в республике, осталось чуть меньше 2 месяцев. Конечно же, все догадались, что речь идет о командном чемпионате Европы 2015 года. Пройдет он 20 и 21 июня на стадионе Олимпийский города Чебоксары. Кто войдет в состав российской сборной, пока неизвестно, но отбор сильнейших уже начался. И спортсмены из Чувашии также выступают кандидатами и уже вовсю готовятся к предстоящим стартам. Главные отборочные соревнования для легкоатлетов состоятся в конце мая в Сочи, это командный чемпионат России, и всероссийский турнир на призы Юлии Печенкиной 6 июня в Московской области. Именно на них, как отметил новый тренер легкоатлетической сборной страны Юрий Барзаковский, пройдет отбор участников на международные соревнования в Чебоксарах. Хочу пригласить всех зрителей в конце июня этого года, чтобы пришли, поболели за нашу сборную. Будет очень интересно, будет честная борьба, и увидите много-много олимпийских видов легкой атлетики. Я думаю, что будет зрелищно, и поддержите наших спортсменов обязательно. Решила попробовать отобраться на командный чемпионат Европы и наша уроженка, подопечная заслуженного тренера Чувашии Валерия Григорьева Наталья Пучкова. Мы смотрели, в общем, какие спортсмены у нас на данный момент в России готовятся на какие дистанции. 3000 метров сразу отпадает, потому что там у нас есть сильная спортсменка, которая в этом году выиграла 3000 метров зимний чемпионат Европы. Поэтому мы решили именно подготовиться на 5000 метров. Тем более она марафонка. Наталья Пучкова не раз выходила на старт международных соревнований. Самые последние в марте этого года. Она стала второй на марафоне в Лос-Анджелесе, в котором приняло участие более 30 тысяч легкоатлетов всего мира. Сейчас же ее основная цель – отобраться на командный чемпионат Европы. Для этого предстоит показать себя на чемпионате России в Сочи. Тренируется Наталья каждый день, не зная выходных, но оно того стоит. Ведь международные старты на родной земле проходят совсем нечасто. Тренировки проходят так же, как и обычно. Стараешься, ну, полную силу работать. И хочется, конечно, отобраться на чемпионат Европы командный. И будем стараться все сделать для этого. Хотелось бы, конечно, чтобы, ну, обязательно здесь участвовать, потому что здесь родные стены, люди за тебя болеют. И, ну, родные стены говорят, помогают. Командный чемпионат России пройдет в Сочи 28 и 29 мая. Так что у Натальи Пучковой впереди усиленный месяц тренировок для того, чтобы занять достойное место на сочинском пьедестале и стать ближе к командному чемпионату Европы 2015 года. Окончательный состав российской сборной будет определен до 10 июня. Но не только спортсмены готовятся к командному чемпионату Европы. Уже началась активная подготовка волонтеров, без которых немыслимы ни одни крупные соревнования. Организаторы рассмотрели около 1000 заявок от активистов добровольческого движения и отобрали достойных. 2 дня в режиме нон-стоп. Именно это ожидает волонтеров на командном чемпионате Европы. Ведь пока все будут наблюдать за зрелищными выступлениями легкоатлетов и переживать за своих любимцев, они будут обслуживать гостей, работать со зрителями, участвовать в церемониях. У них открытие и закрытие. Такой напряженный распорядок дня сумеет выдержать не каждый. Вот и отобрали надежных и выносливых. В первую очередь мы обращали внимание на желание, то есть на мотивацию. То есть вообще 3 пункта было. Это уровень английского языка, это мотивация и опыт работы. Вот. Мотивация у всех заоблачная. Да? Все хотят, все готовы. Все хотят стать частичкой истории, принять участие в этом грандиозном мероприятии. А с английским, конечно, было сложнее. Общая квота волонтеров по 13 направлениям составляет 350 человек. Все они уже отобраны, причем 30 из них – добровольцы с близлежащих регионов. Но большинство, конечно же, это жители города Чебоксары. Пришла туда, потому что это дает такие эмоции, которые не может не дать никто. Это дает заряд на, как бы, на всю жизнь, дает новые знакомства, делает жизнь более,
молодежную жизнь более красочной, яркой и запоминающейся надолго. Но до начала командного чемпионата Европы волонтеров ждут еще тестовые мероприятия, где они должны себя проявить. Это городские флешмобы, фестивали ГТО, чемпионат России по многоборью. Так что в ближайшие месяцы активистов ожидает насыщенная спортивная жизнь и участие в событии, которое войдет в историю международного спорта. А произойдет все на стадионе Олимпийский города Чебоксары. Сейчас на основной площадке проведения крупных стартов идет активная реконструкция. Летом этого года стадион заполнят известные спортсмены со всей Европы, их тренеры, гости и, конечно же, болельщики. Чтобы вместить такое количество участников, сделать надо многое. Но в целом реконструкция стадиона, мы все поможем. Это замена покрытия. Сейчас вместе с Международной федерацией легкой атлетики договорились, в каких параметрах замена должна произойти. Это, конечно, и покрытие, это сегодня освещение, это реконструкция трибун, так что по трибунам их помещение. В этих вопросах мы окажем всяческую поддержку. Ну и, конечно же, в организации и проведении. Появится у нас дополнительное вспомогательное помещение для работы судейского корпуса, для медицинского обеспечения. Мы здесь наметили комплекс работ и, конечно же, для работы прессы, которая прибывает на это большое спортивное событие. На все это направляется более 150 миллионов рублей, как из федерального бюджета, так и из бюджета Чувашской Республики. Окончательно Олимпийский преобразится к 1 июня. Именно тогда жители Чувашии увидят обновленный комплекс, готовые принять первый в истории российского спорта командный чемпионат Европы и оправдать оказанное нам доверие со стороны Министерства спорта России. На первом заседании рабочей группы по проведению международных стартов Виталий Мутко выразил уверенность в том, что командный чемпионат Европы в Чебоксарах пройдет на достойнейшем уровне. Нет у нее никаких сомнений по поводу организации на самом высоком уровне большого спортивного события на территории Чувашской Республики, потому что, как не ему, не оценить, потому что он у нас неоднократно приезжал в республику, не только на российские мероприятия, которые здесь проводились, но и международные спортивные события, в том числе международный спортивный форум. Он дал очень высокую оценку, и, конечно же, такая оценка нам помогает в достижении больших результатов в плане подготовки к этому чемпионату Европы. Площадка соответствует всем стандартам, касающихся европейских запросов, и, на мой взгляд, стадион шикарный, я сам на нем выступал, и выступал не один год, и поэтому могу с полной уверенностью сказать, что на нем бежать приятно, тем более выступать у себя дома, сами понимаете. И еще раз повторюсь, при поддержке зрителей, там поддержка у вас колоссальная, поэтому я уверен, что команда будет обеспечена полностью. В нынешнем республиканском спортивном календаре немало соревнований и российского уровня. Недавно в Чебоксарах прошел чемпионат и первенство России по спортивной аэробике. Не перестает радовать чемпион России и мира прошлого года Алексей Германов. Выступление этого представителя Чувашии с нетерпением ждали все участники и зрители. Всего на соревнованиях был разыгран 21 комплект наград. И на счету спортсменов-хозяев, а это 35 человек, одно серебро и три бронзы. Эти победы позволили многим спортсменам присвоить звание кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. У нас в сборной России много ребят, представителей Чувашии, во всех возрастах. И в 12-14, и в 15-17 лет, и во взрослой команде. Очень хорошие спортсмены. В таких условиях тренироваться, я думаю, что результат показывают они именно потому, что хорошие условия созданы для развития этого вида спорта. Уровнем проведения первенства и чемпионата России по спортивной аэробике на Чувашской земле представители Всероссийской Федерации остались довольны. И в следующем году решено провести чемпионат страны тут же. Хотел бы поблагодарить город Чебоксары за прекрасное проведение. Всероссийская Федерация доверила этот старт, и он оправдался, так как Чебоксары очень часто являются организаторами всероссийских турниров, но чемпионат России они взяли, грубо говоря, первый раз. И надежды наши оправдались, то есть организация на высшем уровне.
Однако в Чувашии развит не только спорт высших достижений. На республиканском фестивале ГТО среди участников общеобразовательных организаций наши юные любители спорта показали достаточно высокие результаты своей физической подготовки. Около 1500 ребят показали свою готовность к труду и обороне. Пока это были первые официальные старты с занесением результатов в электронную базу портала управления спортивной отраслью. Но далеко не последние. В перспективе выдача бронзовых, серебряных и золотых знаков отличия ГТО. Напомним, что нагрудный знак был впервые презентован в Чебоксарах на международном спортивном форуме «Россия. Спортивная держава» в рамках международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы». По, знаете, такому движению, по огромному инициативе наших спортсменов, организаторов спорта, населения, конечно же, по такой политической воле президента мы возродили комплекс ГТО. Это комплекс, который становится такой нормативной основой. Это некий тестирующий комплекс, который должен определить уровень физической активности по 11 нашим таким возрастным группам. Массовое внедрение комплекса в Чувашии началось со школьников. Именно им предстояло испытать себя в 4 обязательных нормативах, продемонстрировать растяжку, скорость, силу рук и умение плавать. Ну, то, что вводит комплекс ГТО, это правильно. Чтобы было больше спортивной молодежи. А то все курят, пьют. Да, нормативы должен выполнять каждый. Очень легкие. Да, ну очень легко выполнять все. Для меня ГТО – это такое испытание, которое хорошо, что его обратно ввели, потому что есть шанс, ну, показать себя, попробовать себя в чем-то новом. Это не только, например, тот определенный вид спорта, которым ты занимаешься. Например, я занимаюсь конькобежным, но еще я люблю вот тоже бег, легкую атлетику. Очень, поэтому у меня есть хорошая такая возможность поучаствовать в чем-то, показать себя. Много сейчас становится тех, кто приобщает себя к спорту, то есть вот даже родители отводят своих маленьких детей, чтобы тоже сдать, потому что это очень хорошо. Это спортивное тело, спортивный дух и здоровье на долгие года. Пока сдать нормы ГТО может лишь определенное количество желающих, так как в республике всего 4 центра тестирования. Но в будущем планируется создать пункты сдачи комплекса «Готов к труду и обороне» во всех муниципалитетах Чувашии, оснастив их всем необходимым оборудованием. Кроме учащихся, мы планируем с этого года привлекать уже работников государственных учреждений и работников государственных и государственных служащих. Таким образом, 15-16 год у нас вся учащаяся молодежь должна будет пройти тестовые испытания, а с 17 года мы уже будем привлекать к сдаче ГТО все население нашей республики. Конечно же, для каждого возраста свои нормативы. Бояться их не стоит. Как отметили участники фестиваля, при регулярных занятиях физической культурой больших сложностей выполнения комплекса не вызовет. Легкая атлетика, спортивная аэробика, любой другой вид спорта и просто физическая активность доступны абсолютно каждому. Все именитые спортсмены свой путь в большой спорт начинали когда-то с маленьких шагов. Большая сила воли, огромное желание победить и безграничная самоотверженность всегда давали высокие результаты. А значит, все в ваших руках. Главное помнить, что спорт, он для всех.